никаких перспектив. Просто никаких. Но я глубоко убежден, что если благие помыслы, которыми мы живем и декларируем, не будут поддержаны реальным, реальным действием, реальной политической волей, не цоканьем языка и качанием головы, ай-яй, как нехорошо, а вот засучив рукава, реально что-то сделать. Да, наверное, что-то будет непопулярно. Но во спасении Отечества и будущего его, и поколения наше, иногда приходится быть непопулярным. К сожалению, так. Но если этого не будет, мы совершенно неожиданно окажемся перед проблемами, которые мы сами создали и никогда не решим. За нас их решит кто-то другой. Давайте об этом подумаем. Никаких перспектив. Просто никаких. Окажемся перед проблемами, которые мы сами создали и никогда не решим. За нас их решит кто-то другой. Давайте об этом подумаем.